Один из первых, кто пришел проголосовать за будущее России, руководитель местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Песоченко. Он посетил участок номер 1286, который разместился в школе поселка Володарского. Столь ранний визит на избирательный участок не случайен. Сразу после голосования Владимир отправляется в зону проведения специальной военной операции с очередным грузом, собранным жителями округа для бойцов. Надо в путь-дорожку ехать к ребятам, своим друзьям, к братьям по оружию, вести то, что сейчас остро необходимо. И сегодня, пользуясь случаем, пораньше чуть задержался для того, чтобы проголосовать, отдать свой голос за справедливость, за безопасность, за то, что наша страна должна быть сильной, могучей, уверенной. В грузе, который повезет Владимир Песоченко, не только оборудование и вещи, необходимые на передовой, но и рисунки, и детские письма, в том числе написанные школьниками муниципалитета в рамках акции «Неделя добрых дел», которая сейчас проходит в Подмосковье. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.